Монстр, а давай поговорим о жизни. Он здесь пластилина, блин. Да, все, въебало мне Якин такой. Дерзай, бля, заебал. Вот и нам. Аманда Путис Асуниса 2. Это, если что, Узастик. Первую часть я уже играла, мы нее с вами косточки уже обозревали. Если вы меня не слышите, то, бля, сочувствую. Эта игра настолько громкая, что тут не все практически не услышишь. Первую часть я играла. Здесь имеется несколько концовочек. Какие маленькие, какие нет. Некоторые концовки тяжело получить, другие нет. Но, по сути, очень легко. Игрушка, кстати, очень прикольная. Первая часть мне понравилась. На две концовки я ее прошла. Потом у меня видосы не набрали, и просмотров, и так далее. И получилось, блин, забросить эту игру навсегда. Ну, я вот просто не ожидала, что выйдет вторая часть. Я когда увидела, тут оказывается вторая часть вышла, я просто в соке был. В соке была просто. Все, название мы поменяли. О, господи. О! Вот только что было нормально. Ну вот, нормально вроде. Что это такое? Книжка. Чё? ДЗП? Шестерка. Да, где-то нормально идет, где-то нету. Блять, эту игруху и поймёс вообще. Хер просыс. Вот эта мышка меня раздражает, она не была раньше посередине, прямо раздражала везде. Нет, ее раньше не было. Все раздражает то, что игра, блядь. Вот сразу видно, игру делали на впопах. Ну, демку делали на впопах. Играется просто отвратительно. Просто ужасно. Игру не проверили на наличие всего этого хуйты. Не сделали для того, чтобы она не лагала, блядь. Что это такое? Ну чё, ничего нельзя сделать? История, давайте историю. Охуя. Где-то, блядь, зависает, где-то нет. Но, блядь, для меня, у которой комп, блядь, в охуенном, сука, качестве, это немного, блядь, разочаровывает нахер. Играть вот в такое вот говнище, которое я просто скипаю нахер, просто не задумываясь. Даже если это моя самая любимая игра, скипаю сразу, не задумываясь. А что если она сейчас опять начнет в том же, сука, стиле, хуйню вот эту вот страдать, я соскипаю эту игру нахуй. Мне такие игры вообще не нравятся. Такие моменты, когда я играл в такую вот хуйню, давным-давно уже прошли. Тогда у меня был уже древний, как моя... Древний, как моя жизнь, ноут. Короче, теперь ДС. Только три... А, это пароль! Так, 6-3. Мы все где-нибудь книжку найдем. Так, все такое. Так. Ну бери книгу-то, ебать, вызвать. А, сука, нельзя взять. Ладно, запомнили, 6. Вот здесь 3. Да, вот тут было 3. Ищем еще одну книжку. Вон, вроде валяется. Так, сейчас проверим, 6-3. Да что ты взять-то не можешь? Наконец-то, блин. Так. Все, вообще ничего не написано. Если это пароль, какого хрена тут ничего не написано. А все эта игра очень любит делать эти гребаные загадки. Их тут просто миллион. В первой части их было много. Но там я без гугла не разобралась. Не, игру не проверили на листе багов, не протестировали. Вот сразу видно, вот эта графика просто говнище. Просто ужас. Вот где-то идеально идет, где-то нет. Как это, сука, называется? Так, 6-3 вроде 5. 6-3-5. А, или нет, тут буквы, тут типа буквы надо, ДЦ, тут СЕ, в смысле СЕ. Ладно, 6-3-5. О, знакомое местечко. Так, 6-3-5. Хер. Там было вроде записочки, сейчас мы тут что проверим. 6-3-5. Я тебя, бля, 6-3-5. 6-3-5-8. Опомнили. Запомнили, мы все запомнили. Бля, о господи, я не могу в это играть. Но, блять, так как стрим не может идти 5 минут. Дайте хоть просто обозреваем игру, потом переключимся на другие игры. Все-таки это за стрим Узастик. Но типа мы можем стримить разные виды узасы, которые мне не понравятся, я сразу скипаю и в пизду нахер их. Далеко и надолго. Я вам за своего рода критик.
могу критиковать за то, что мне игра понравится, за то, что мне не понравится. И все, я все хочу поиграть во второго Алана Вейка, но никак не получается. Купить или на эту, блять, скачать эту ебаную версию. На торрентах она, сука, не работает, купить ее нельзя. А так хочется поиграть во второго Алана Вейка. Потому что первый, ну, я так сказать, первый хуями покрылся. Потому что авторы в первом Алана Вейке, да, за, блять, не удососили, сука, сделать музыку, чтобы она была без авторских прав. Из-за чего мое прохождение, когда я проходил Алана Вейка, просто нахуй послали. Сказали, что авторские права, бля, и все. Заебасили им на авторские права. Вот это просто заебательски было, блядь. О, ужас нахер. А чё ты не нажимаешься-то? Чё не нажимаешься-то, блядь? Да наконец-то. Ты чё за... Да почему? Это почему единственное нажимаешься, блядь? Нажимайся! Так, запомню код. Какие? Вроде 3-6. Так, 3-6, 5. Как я помню, вроде. И 8 должна быть, да? Или наоборот? Сейчас проверим все. Хрен-то там. Это кто там? Ко мне никому не ходить, не разрешаю. Так. А я не знаю, что поиграть на компе. На компе можно поиграть во все что угодно. Как громко лагает. Игра пока что говно. Вот, реально, да, согласна, пока что говно. Господи, у вас все хорошо, все тянет, а у меня нет. В смысле, ты не мог запустить эту игру, типа? Ну, может, когда выйдет официальный, то, может, она будет лучше? И, кстати, для моей любимой игры нужно будет Windows XP с PPC. Нихера себе. Именно для этой, блядь, игры или для твоей любимой? Какая твоя любимая игра? Что за игра такая? В нете выбейте GSP против Not. Ага, понятно. Блять, какой... Ну чё, 3, 5, 6, 8? И дайте 7, 2, 3, 5. Ну, 8. Ну, 8 последняя точно. 8 точно, там была линия. Так, теперь давайте тут рисать. Либо тут трёха. Либо вот тут шестерка, либо вот тут пятерка. Тогда вот тут тройка получается. Давайте тогда вот так. Тройка здесь. Вот здесь шестерка. Нет, да тут пятерка, тут шестерка. О! Талант! Его не пропьешь! Сколько игр я только в такие не переиграл уже. Откровенное говно и откровенное не говно. В основном узастики. Я всегда в детстве просто, не знаю, текла от этих узастиков. Начинала свою карьеру именно с узастиков. Мне не очень нравились, особенно, блять, мобилки. Мобилки это все, во что мы играли раньше в детстве, в эти гребаные мобилки. Даже могу несколько назвать. Вот там лазит. Не, и они не протестировали игру. Я... Прикиньте, я третье метро, вот, да, я третье метро Exodus запустил на ультрах. На ультрах. А вот эта хрень умудряется просто, сука, вот так вот делать. Просто стоя, просто иду и играть, блин. Это просто пиздец. Третье метро запустила. И это ужас какой-то. Все играют в таком компании, держатся на Windows XP. Опять усли почему-то. Чего мне нравится в моих прохождениях? Я завеселю вас, чтобы вы не усли. Ой, бляха. Весь вам что-то не нравится, как обычно. О! Это баран. Она его убила, что ли? Во первую часть она вроде ему то ли ноги отрубила, что-то такое. Hi, friends. I'm Amanda. Привет, я Аманда. Have you ever wanted to go far, far away? Так. Well, мы тебе будем осторожны, типа того, что-то такое. Сука, они даже не дозволят игру на русский перевести. Тима, магический поезд. Мы отправимся в особенный мир. Ты со мной? А чё тут надо написать? Да, yes. Ну, это просто да. А чё написать-то?
Кому не нравится, пусть идут нахер отсюда. Бля, текстуры настолько ёбнутые, ебанутые и махуи. Давайте кловски орать и кричать вместе. Надеюсь, вы со мной останетесь и будем вместе критиковать и критиковать эту игру. Чё это ему, блядь, меня надо? Давайте, да! Ты любишь фун? Я люблю что-то такое. Так, Ванкин. Блядь, это мы типа мои рисунки. Посмотрите на мои картинки. Ну смотрю. $3. Аманда, что-то такое. Темнота. Ага. Чудо, связанное с лампой. Типа, покажи мне, где лампа. Лампа вот слепая, это курица. Хорошо, хоть сцена не зависает. И на том спасибо. Так, хорошо. У меня есть план. Ага. Пожалуйста, моди мой магический что-то там. А, вот, кто-то верну что-то. Магическую что-то там школу типа я среди свойства Хогвартс. Ага. Найди это верно. Давайте вот это. Jeez, найди какую-то там фигуру. Вот это типа. Да. Парис. Мы прямо в Париж на магическом поезде. Ага, люблю тебя там, Парис. Типа, посмотрим, что в моей свинье копилке. Нам нужно отправиться в банк. Она так понимает, надо что-то деньги там достать или что-то такое. В смысле? Такой звук. Бунь. Я разбила нахуй. Два, три. Три, пять. У нас осталось две монеты. В смысле? Что ты хочешь сделать, я не понимаю. Минус два. The next place I want to go is very special because it makes me think of our friend Gretchen over there. Let's go to the Isle of Dead Dolls. Where can I find that? Если мы с тобой сэкономим, мы можем поехать и сюда одновременно. При этом у нас монетка еще останется. Ну а поесть и покусать. А сюда. Wow, plenty of wow. Типа там монетка. Что-то лесная, бла-бла-бла. Давай магическую школу. Люблю, типа, летом. Летать вниз. Да, в смысле? Да. А, ладно, иди на ты на кладбище, судя по кресту. Я не пойду на смертельный остров кукол. Или пойдешь? Реально? Типа того сказал. Мексика-Сити, окей. Она за все убрала, чтобы я спокойно выбрала. Ты хочешь в пустыню? Ну хам, ну пожалуйста. Пожалуйста, следующая остановка Мексика Сити. Поэтому магический поезд за 3 монеты. Anyway. У нас 3 монеты. Ноль. И? Ты где монеты забрала, Мымра? Нет у нее монет, блядь. Ты 3 монеты потратил, у тебя 2 монеты осталось вообще-то. Да и чё, врёз? Где мои монеты? У кого-то из них мои монеты. Миску 100% спиздил. Типа, ты реально думаешь, там нет у него? Да ладно, а он, блин, повеселиться нельзя, он был все-таки кассиром. Ты реально думаешь, у него... Ты реально думаешь, что это игрушки? Да и вот это. Она их разорвала, бля.
Какой-то из них? Дай вот этой. А, нельзя. Я бы сам узрел, хотела на петуха показать, как все петух. Но... Нет. Это хорошо, это мистер Рустер. Дека сцена просто отвратительном качестве, ну да ла. Охереть! Три монеты. Три монеты у мистера Рустера. Окей, теперь следующая остановка. Типа, я люблю историю. За мои монеты. Ага. Я хочу в The Creeper. А прозвучало как Creeper. The Creeper, a Creeper. Так. Ты так эти штуки настолько ебанутые, я в ахуе. Да, пизда. У меня маленькая новость какая. Так. То, что вы не прошли до мафу к первому Crysis, оно называется Crysis Wars Head. Да, это я знаю. Я играл, а мне не понравилось. Come on, you know this. Я люблю твой стук. Так ты выбрал вот это. Ты куда ты тебе хочешь? У тебя только три монеты, и чё? Да сюда. Wow, типа ты реально остутис по... Ты не хочешь сюда? Да, вот что такого. Да сюда. Ага, The Creeper. Убийственная что-то там. А, она историю рассказывает. Ты сюда хочешь? У тебя нету 4 монеты. Поехали в Лондон. Лондон с этими монетами. У меня только 3. Нужно постучать. Кому-то поебло. Минутку. У меня в моем то ли что-то там есть. Типу. Чё? Ты в прошлый раз людей, блядь, убивал и разрезал, а сейчас ты не можешь от него отбиться? Чё? Как он залез в такую маленькую дырочку? Нет. Украл мои монеты. Я убью его. Меню судна. У тебя было 3 всего. У тебя было всего 3. Сука, ненавижу, ненавижу детский плач. Я ему снимать монету. Посмотри, может вот эта монета? Давай не будем его расстраивать. Ну где я монету найду? Посмотри по диванам, кстати. Что-то про ребенка она говорит. Аманда дура. Пиздец. Что за ебанутая девочка? Проебал одну монету. Ну и лохуска. Минус 4. Посмотрим на мой поезд. Мы отправимся никуда-нибудь или нет, или будем весь день смотреть вот эту ебучую катсцену. Это как булзастик. А я только смотрю, как она монеты считает в поезде. На ней лица нет. Так, и реальный в этом мире. What? What the fuck? А ты мне делай дальше-то? Тут загадок никаких нету, по сути. А что с кассеты можно делать? Ничего. А включить можно? Ой, я чё должен все книги перебить? А где я чё упала? Блять, как у... Не бери кассету монстра после. Ага. Как нахуй она не сломала тот кузов, бля? Посмотри на его реакцию. А, вы хотите подождать, пока я не заберу у него кассету, чтобы он помучился? Ну давайте сделаем так. Монстр, а давай поговорим о жизни. Он здесь пластилина, блин. Да, все, въебало мне Екин такой. Дерзай, блядь, заебал. И какая из них настоящая? А какая из них НАСА? А, вот, тот как раз.
Веч. Осторожно. Ну ладно. Блин, это самая ленивая подача кассет из всех, которые я видела. Субтитры мне резко сказали, хрен тебе в рыло, сраная уродина. А где субтитры? Это маба открылась и стала все палочником. Она хотела от него защититься. О-хо-хо. We shouldn't talk about them. Hi, I'm Amanda. Hi, friends. You didn't help me at all. Я без субтитров ничего не понимаю. Ты сам проходил, я тоже не думал, он меня убьет. А. I guess we all get a little scared at night, right? И начала давать кассету. Что за бред? Для приключений в 2024-м. Hellcat.